29-летний Хасан Китеев – уроженец Ингушетии, который несколько лет назад приехал в Астрахань, чтобы выучиться на стоматолога и помогать людям. Он исповедует ислам и традиционные ценности, поэтому часто посещал лекции на религиозные темы. На одной из бесед в 2011 году парень познакомился с единомышленником, как ему показалось тогда. Новый друг предложил ему вместе учить арабский язык для лучшего понимания Корана. Получал у него религиозные знания, арабский язык, грамматика арабского языка, также чтение, правильное чтение Корана, да, проходило у него изречение пророка. Однако трактовка священной книги мусульман у горе-учителя была субъективной. Он внушал ученикам, что истинная обязанность каждого – борьба с неверными, которые повсюду, а также поддержка воинов, которые участвуют в боях за право исповедовать ислам. Поэтому итогом лекций и бесед стала раздача оружия и домашнее задание – совершение теракта. Он нам раздал гранаты, каждому по одной там раздает нам, 14 человека, помимо этого учителя. И раздал гранаты, задание поручаю, что мы этими гранатами должны нападать на сотрудников полиции. К счастью, в шаге от теракта злоумышленников удалось остановить. Сотрудники правоохранительных органов задержали их и изъяли оружие. Суд вынес им обвинительный приговор. Один из них, Хасан Китеев, сейчас отбывает наказание в исправительной колонии 10 Димитровграда Ульяновской области. Осужденный понял свои ошибки и старается встать на верный путь. Работает в исправительном учреждении, мечтая о возвращении домой и воссоединении с семьей. Также он регулярно беседует с духовными лицами, которые помогают правильно понять то, что написано в Коране. Юлия Руднева, Улправда ТВ.